Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 февраля, и я вот, зайдя в придомовую теплицу, хотела снять о посеве томатов для огорода на балконе, не удержалась, чтобы не снять видео для тех, кто интересовался вот этой вот моей пристройкой к дому, которая, сейчас покажу, вот прямо у меня прилеплена к нашему дому. Вот отсюда я сейчас вышла. Представляете, 28 градусов. Все капает, все течет, хотя недавно только у нас были морозы. И еще раз хочу сказать, что я так рада, что мы построили эту теплицу. Вот сейчас, в ближайшие дни, завтра, послезавтра, если будет здесь держаться такая температура, я свои ранние посевы томатов буду на несколько часов, в самые теплые вот такие периоды, в обед, выносить сюда для принятия солнечных ванн. Это сильно хорошо сказывается на здоровье рассады. Во-первых, на почве, даже если какой-то там, ну, немножко налет на грунте начинается. Бывает же, как дома немножко, как начинаются какие-то плесени, вот там же не проветривание, ничего нет. Солнце сразу все это выжигает. Вот сразу дезинфицируется весь этот грунт, они становятся зеленые-зеленые. Ну, ясно, что солнечный свет там сразу... Все процессы ускоряются, хлорофилл вот этот зеленеют. И буквально 2-3 раза вынесешь вот в такую придомовую теплицу, именно на живое солнце, рассада сразу начинает. Она не то, что как больше делается, в рост, она наоборот на солнце не вытягивается. Она крепнет, зеленеет, и видно, что она здоровее делается. Уже на нее не скажешь, что она слабая такая, больная. Я сегодня не буду вам показывать, у меня просили устройство... теплицы показать, не буду вам показывать, потому что у меня такой здесь бардак, как всегда я осенью, видите, натаскала сюда все, и использованные стаканчики мне надо мыть, и надо стирать вот эти тряпочки, привязки. Тут еще добавились новогодние костюмы с Нового года, еще ничего не подняли на чердак, как праздник детям, перед детьми наряжались, короче, перед внуком. Так все здесь побросали. Здесь не очень красиво, поэтому я уже предвижу, что если я сейчас начну вам все показывать, тут начнутся комментарии. Сначала бы убрались, потом показывали. Сегодня я расскажу только про огород на балконе. Но могу сразу сказать, что сегодня вот февраль, 15 число. И обычно в середине февраля я начинаю первый раз выставлять понемножку свою рассаду. Это очень хорошо влияет, и вот с тех пор, как я построила эту, ну, вместе с мужем, конечно, придомовую теплицу, но инициатива, конечно, была моя, и качество рассады улучшилось сразу. Это сразу мне позволило выращивать в больших объемах, потому что, конечно, на окне их все не сохранишь, но это, конечно, дополнительные хлопоты. Утром надо вынести, вечером занести. Но вот сейчас, когда у меня 3-4 лотка, это без проблем. Утром встал, посмотрел... Солнце, вот, ну, вышло солнышко, жарко, течет, я не знаю, видно вам или нет, что течет прям по стенкам теплицы вода. Она у нас с южной стороны пристроена, и вот я начинаю уже в феврале выносить свои томаты, свои перцы на солнце. Без такой пристройки это сделать нереально, конечно, если просто в огороде стоит теплица, у нас вон они еще там занесены, даже дорожки туда не пробиты. Все, до свидания. Совсем другое настроение, выйдешь на солнце. Спасибо всем, кто вчера комментарий написал под моим видео, когда я вот про этого Артема. Это такая поддержка, у меня сразу повысилось настроение, у меня опять все вернулось, весь мой оптимизм, я уже хотела немножко приуныть, но тут же повеселела, и еще тем более вышла сегодня на солнце. Как прекрасно, все, начинается новый сезон, новая жизнь. Сейчас я буду рассказывать про огород на балконе. У кого нет своего участка, но хочет вырастить томаты, скоро выйдет видео для вас. Всех люблю, до свидания, читаю все ваши комментарии, очень рада, что вы меня поддерживаете. Все, весна начинается.